Скажите, вы заявку на кредит самостоятельно оставляли около 11 минут назад? Нет, не оставлял. Заявку не оставляли. А вы, возможно, кому-то доступ давали к счетам, кто мог заявку оформить от вашего имени? Нет, не давал. Заявку также никому не давали, я вас понял. Так, в данном случае по регламенту финансовое обслуживание по счету будет приостановлено для дальнейших разбирательств, так как у вас подозрение на мошеннические действия. Эта информация вам понятна, скажите? Да, понятно. Понятно, хорошо. Счет будет приостановлен временно на тот момент, пока мы с вами находимся на линии. А, скажите, а вам вообще СМС поступило от банка, что вам кредит был одобрен, также была попытка зачисления кредита? Не смотрел. А просмотрите, пожалуйста. А как? У меня просто не могу посмотреть, когда у меня по телефону. Почему? По телефону, когда у вас телефон кнопочный? Ой, нет, в смысле обычный, я не знаю, как здесь смотреть. Ну, просто у меня отображается. А вы можете нас с вами разговор свернуть, нажать на кнопку. У вас телефон на Android-системе, либо же на iOS? А вот, а все, ну тут нет никаких сообщений, да. Никаких сообщений нет. А ранее вам от банка вообще вовремя смс поступали? Да вообще никогда не поступали. А нет, когда-то давно поступали, может быть, я уже не помню. Я вас понял. Скажите, а вы вчера утром из третьего подъезда в жопу ебались с собакой? Не помните такой момент? Что вы говорите? Я говорю, вчера утром возле третьего подъезда вы ебались с собакой в жопу или нет? А, это к чему вопрос? Так потому что вы пидорас. Сидите, меня заебаете. Вот к чему вопрос этот. Думаешь, я по волосу тебя не слышу? Что? Пидор. Повторите, пожалуйста, плохо слышно. Не буду я тебя повторять, долбоёб. Теряй сюда хуй. Что?